Классный мешок. Хороший мешок. Здравствуйте, друзья. Я Алексей Фролов, тренер высшей категории. Сертифицированный тренер АИБА. Три звезды АИБА. 7 лет работал старшим тренером женской сборной команды Москвы по боксу. Тренировал. Был тренером сборной России перед Олимпиадой Рио-де-Жанейро. Личный тренер Саадат Далгатовой. Мастер спорта международного класса. Член национальной сборной России по боксу. Чемпионка мира среди военнослужащих, участница Олимпийских игр, семикратная чемпионка России. Первый тренер Николая Романова, чемпиона Украины, участника чемпионата мира 2010 года. Воспитал более 10 мастеров спорта. Мои мастер-классы по боксу проводились в России и за рубежом. Получили много положительных отзывов. Являюсь автором популярных онлайн-курсов и мастер-классов. YouTube-канал «Школа бокса» Алексея Фролова смотрит порядка 300 тысяч подписчиков в более чем 50 странах мира. Приглашаю вас на свой авторский мастер-класс «5 китов бокса». Азбука бокс. Без чего не стать боксером. Участие совершенно бесплатно. Что за разберем? Что за киты? Первый кит. Группировка. Стартовое. Предударное. Преддейственное положение. Позволяющее по спортсмену быть расслабленным, то есть готовым к действию. Стойка. Исходное боевое положение, геометрия стойки для сохранения равновесия и максимальной готовности к ударным и защитным действиям. Третий кит, в моем понимании, сжатый кулак. Когда и как сжимать кулак? Чем опасен не до конца сжатый кулак? Постановка кулака, как лакмусовая бумажка ударного действия. Четвертый кит, жесткий голеностоп. Как тратить меньше энергии при боксерке в передвижениях? Быстрота и резкость, переход энергии движения в энергию удара. Ну и пятый кит – координация руки-ноги. Что же первично? Достаем противника ногой или рукой. Сохранение равновесия и защита ударом. Для кого мой мастер-класс? Вы новичок в боксе? Отлично. Вы откроете азбуку бокса. Вас ждет много нового и интересного. Знание основ поможет заложить грамотную базу эффективного боксерского действия. Вы действующий боксер, спортсмен. Посмотрите на бокс с точки зрения биомеханики. Что делает нас чемпионами в ринге? Разберем понимание основных элементов бокса, отточим удары и передвижения с позиции эргономики. Вы тренер, коллега, приветствую. Предлагаю вам взглянуть по-новому на основы обучения бокса. Предлагаю вам свой взгляд на базу, без которой нельзя научить боксу, который поможет вам в вашем действии, в вашем труде. Ваши спортсмены оценят разнообразие подходов к обучению наиболее эффективным способом ведения боя. Моя методика получила много положительных отзывов от тренеров России и зарубежья. Переходите по ссылке и регистрируйтесь. Участие бесплатно. До встречи, друзья.